Самабей. Самабей. Селен де Слар. К сожалению, я не смогла сегодня быть с вами, но очень хотела. Надеюсь, мы еще и встретимся с вами на этом прекрасном форуме «Мост Москва-Татарстан». Ведь я родилась в Казани и горжусь тем, что я татарка. Друзья, хочу поблагодарить каждого из вас за поддержку, за теплые отношения, за добрые слова. Я это чувствую и очень ценю это. А также хочу пожелать форуму успешной работы и каждому из вас счастья и исполнения ваших желаний. Удачи вам! Пока-пока! Ваша Камила.